сидеть. Да, скажи, умею все. Не, это что-то вроде суслика. Зия, будешь чемпионкой? Давай. Зия. Вообще-то люди бросали собак здесь. Вот у соседа была брошенная собака, причем привязана. Муж мой оставался, он ее кормил. И по улице здесь были брошены на цепи дворняжки. То есть люди уехали, а собак даже не соизволили отпустить с ошейников. Ну вот эти бедные собаки сидели голодные. Мой муж ходил их кормил всю улицу. Хлеба купит, ничего не было. Хлебом покормил. Пришел домой, между бомбежками. Многие собаки умерли сразу после войны, вот эти вот соседские. Не выдержали такого, скажем. Оп. Ай, молодец, хорошо. Хорошо делать. День-день. Молодец. Я давно, как бы у меня в планах было давно открыть гостиницу для собак. Просто как-то муж мой говорит, это невыгодно, это никому не надо. А я все равно думаю, чем я могу еще заниматься, только собаками. Но у меня это лучше всего получается. Ну, ничего другого я не умею, так как общаться с собаками. Ну и все. Решила благодаря гранту. Наверное, если бы не грант, не получилось бы у меня все так быстро построить. Так хорошо. Теперь место есть, и собак можно брать много. Да, красавчик.